Работаем. Ну, короче, мы на рыбалке, все просто при вас. Вот, рыб никаких, а зато квадрокоптер позапускали. Как никаких? Вон каких мы рыб. А, да. Рыб каких мы на каких? Огромных. Да. Крупный. Ну что, значит, Олег, иди сюда. Олег, начинающий рыбак. Да. Он нарушил трудовую рыбацкую дисциплину, посуду не мыл, поплавки запутал все. Иди сюда. Ночью храпел. Вчера напился Инстаграм. Ну, наведи. Вот боржа идет сзади, хорошая. Стали ходить все такие вот сюда, кстати, и туда, двойная идет. Да, и они собирают мусор, который оставляют туристы на берегах. Плохие туристы, да. Ну, мы туристы хорошие, мы свой мусор заберем. Вот столько вот мусора оставляют. И металлолома еще. И металлолома. Я Сережа уже рассказал, как мы ходили на байдарках, да. И как тут тебя переворачивали, тоже рассказал. Это вызвало бурю восторга. И даже показал с использованием вашего автомобиля. Да. Пьяный. И даже показал с использованием нашего автомобиля. Скажи, немного выпив. Рыбалка у нас хорошая. Наловили много окуней, карасей и все такое. Наловили много всякой рыбы. Я запутал удочки. Ну потом распутал. Он храпел. Ну рыбу мы продали на асфальте. Да.